Вітаю вас в ефірі телеканалу Миколаїв. Програма «Точка зору депутата». Я представляю вам гостя нашої студії. Сьогодні до нас завітав заступник голови Миколаївської обласної ради Олександр Смирнов. Вітаю вас. Добрий день. Олександр Миколаївичу, ну завершується каденція ця, завершує свою роботу цей склад обласної ради, депутатський корпус. Ви 7 років очолювали, і це і у цьому скликанні, і у попередньому, ви очолювали депутатську комісію. Розкажіть, будь ласка, взагалі про роботу комісії, чим вони займаються в постійній комісії Миколаївської обласної ради, депутатській комісії, і як ви можете оцінити їх роботу у цій каденції? Ну, ведь депутаты в начале созыва добровольно избирают те направления деятельности депутатской, которым они профессионально более готовы или которые находятся в русле их, там, скажем, интересов общественных. 10 депутатских комиссий работало в составе областного совета нынешнего созыва. Я возглавлял комиссию по вопросам регионального развития, планирования, финансов, бюджета, инвестиций. Мои коллеги занимались вопросами управления коммунальной собственностью, вопросами экологии, вопросами развития промышленного потенциала Николаевской области, развитием транспорта, связи и так далее. Всего же среди руководителей постоянных комиссий много узнаваемых, серьезных руководителей. Среди них, допустим, Рыжков Сергей Сергеевич, ректор нашего Национального морского университета, скажем, Зубко Александр Михайлович, который возглавил комиссию испытаний коммунального майна, директор предприятия «Промстан». У нас в составе комиссии по транспорту работали такие известные в области люди, как Голодницкий Александр Григорьевич, Авдеенко Игорь Николаевич, ряд других руководителей. Общественным здравоохранением и социальными вопросами занимался главный врач областной больницы, депутат областного совета Ведяпин Виктор Александрович и другие мои коллеги. Скажу так, наверное, стиль нашей работы существенно отличается от стиля работы, допустим, городского совета. В том, что на сессию у нас не выносится такое большое количество вопросов, как у наших коллег из города. И поэтому у постоянных комиссий появляется возможность и время для того, чтобы тщательно разобраться в деталях каждого из вопросов, которые мы выносим. И поэтому в публичной уже сфере какой-то особой полемики вокруг вопросов повестки дня у нас не наблюдается, за исключением, может быть, отдельных ситуаций, когда сталкиваются, может быть, какие-то интересы некоторых политических сил или, может быть, отдельных территорий. И тогда уже депутаты, мажоритарщики особенно, более активно продвигают или лоббируют интересы своих избирателей, что в целом, я считаю, вполне нормальная парламентская практика. В целом же заседания комиссии областного совета происходят не реже одного раза в месяц, и созываются они по инициативе руководителя, и поэтому прежде всего от руководителя постоянной комиссии и зависит, наверное, организация и продуктивность работы постоянной комиссии. Ну, на своем примере скажу, что мне не просто было трудиться на посаде председателя планово-бюджетной комиссии. Это довольно-таки влиятельная группа депутатов. И в условиях, когда частая была у нас, особенно в этом году, сменяемость руководителей областного совета, руководителей областной государственной администрации, очень важно было выдерживать курс интересов регионального развития, а не подстраиваться под настроение или там симпатии местных политиков. Я думаю, нам это удалось. По крайней мере, на уровне комиссии по вопросам планирования бюджета мы провели через сессию областного совета самые важные для развития области документы. Я имею в виду и план социально-экономического развития области и стратегию социального экономического развития. Детализировали ее до уровня конкретных проектов, приняв перспективный план
значит, социально-экономического развития до 2020 года и другие вопросы, которые, скажем, оставляем уже новому составу совета как дорожную карту. Заходи, засучивай рукава и работай. Все принципиальные решения, которые определяют стратегию и тактику развития области на ближайшие перспективу до 2020 года, четко просчитано и прописано. Я думаю, нет смысла сейчас все начинать сначала. Депутатский корпус 6-го созыва оставляет серьезный задел своим коллегам, которые придут в 7-й созыв областного совета. Александр Николаевич, вы упомянули о программах, о проектах. Ну, кроме того, что вы руководили работой комиссии, вы вот курировали и некоторые конкретные программы, проекты. Расскажите, какие из них удалось реализовать, какие там оказались успешными, какие результаты вот этой работы? Ну, если в целом оценивать то, как областной совет работал по принятым программам, то я бы здесь превосходных степеней не употреблял. Значит, мы приняли очень большое количество важных, нужных, социально направленных программ, но, к сожалению, из 60, там более чем 60 программ финансирование производилось в рамках наших финансовых возможностей не более чем 1,5-2 десятка программ в течение года. Или даже не в полном объеме, а лишь только приоритетные заходы. Я думаю, что состоялись такие вот важные программы, как, допустим, программа развития местного самоуправления, что позволило нам наработать определенный опыт решения местных проблем с привлечением территориальных громад, их финансовых ресурсов в рамках областного конкурса проектов и программ развития местного самоуправления. Мы также были участниками многих международных проектов, которые финансировали Евросоюз и программа развития ООН, например, это программа регионального подтримка регионального розвитку. Именно участие в такой программе и отработка ее на местном уровне позволили нам отработать стратегию социально-экономического развития и план реализации стратегических целей и задач этой программы по европейскому методу и по методике, которую нам предложил Евросоюз. Также много было решено социальных вопросов, особенно по отношению к новым категориям нуждающихся в социальной поддержке наших соотечественников, которые прошли через ужасы антитеррористической операции. Много денег было, значит, выделено на развитие индивидуального жилищного строительства в селе, поддержки молодежных программ. К сожалению, в последнее время затраты на повышение обороноспособности страны, на ведение боевых действий существенно снизили наши возможности продвижения социальных программ, но мы ни на минуту не забывали и о семьях погибших военнослужащих, и о наших воинах, интернационалистах и ветеранах войны, и те свои обязательства, которые были в рамках программы «Турбота» или других, мы выполняли практически в полном объеме и по исполнению бюджета даже добавляли некоторые средства для их продвижения. В целом же хотел бы, может быть, обратиться к коллегам-депутатам, которые войдут уже в новый состав. Наверное, настал час пересмотреть, значит, программы многочисленные и сделать их в меньшем количестве, но комплексными, и собрать в них те первоочередные мероприятия, на которые у нас хватит финансового ресурса, и не заниматься популизмом, потому как в наших программах очень много есть лозунгов, скорее, чем мероприятий, и очевидно, что иногда сумма денег, которая нужна для реализации данной программы в целом, выходит за рамки даже наших годовых бюджетов, а программы областные принимаются, как правило, на среднесрочный период, где-то на 3-3 лет. Я скажу, что у нас много вопросов решалось по укреплению материально-технической базы
дошкольных и школьных учебных заведений, предприятий и организаций здравоохранения. В целом я удовлетворен тем, что несмотря на сложности с финансированием, может быть, каких-то наших проектов регионального развития, мы все-таки социальные программы не упустили. Думаю, что появляются новые возможности у депутатов следующего созыва, так как в нынешних условиях уже есть четко проработанные изменения в бюджетном законодательстве, которые гарантируют выделение на каждую территорию, каждой области конкретной суммы денег из Государственного фонда регионального развития, что позволяет уверенно планировать, значит, вопросы, которые связаны с завершением работ по начатым объектам и началу каких-то крупных проектов, под которые нужны большие деньги, с четкой перспективой, что они могут в течение 2-3 лет быть реализованы. Александр Николаевич, вы много говорите о будущих депутатах, они уже будут избраны совсем скоро, мы уже вот совсем-совсем на пороге выборов, выборы уже послезавтра. Как шел избирательный процесс, вот предвыборный процесс? Избирательный, говорить еще рано, но с чем мы подошли к выборам? Вот агитация предвыборная. Ну, скажу так, если у нас в областном совете нынешнего созыва было, ну, скажем так, грубо, до 5 депутатских фракций и групп, то сейчас в бюллетене, который будет предложен жителям нашей области для выборов, числится 12 партий, по, насколько я не ошибаюсь, по области и более 20 по городской совет. Это значит, что все участники предвыборной гонки так или иначе пытались донести свои программы, представить своих лидеров, своих списков и кандидатов в депутаты, которые вошли в списки, и поэтому борьба была конкурентной. Что касается отдельных политических сил, особенно, ну, которые не претендуют на списки длинные, они активно работают на общеобластном уровне, либо в тех округах, куда выдвинули своих кандидатов. Есть крупные политические партии, особенно парламентского типа, которые выдвинули список по всем 64 областным округам. И особенность этой кампании в том, что политическая сила, которая проголосовала за выдвижение кандидатур, она четко, значит, закрепляет каждого из своих кандидатов за конкретным округом. И каждый николаевец, житель области, кто будет принимать участие в голосовании, должен для себя ориентироваться в своем выборе либо на политическую силу, которую он симпатизирует, либо на конкретного кандидата, которого он знает по жизни. А идеальный вариант, когда и то, и другое совпадают, и симпатики той или иной политической структуры или силы голосуют осознанно за эту политическую силу и за кандидатов, видя в них достойных претендентов на представительский мандат. К сожалению, не новость, что на финише кампании появляется желание у тех аутсайдеров, я бы так сказал, политических, которые уже видят, что рейтинги их крайне низкие, они скатываются до, не, ну, скажем так, до грязной агитации, в сливу всякого рода непроверенной информации с одной единственной целью – сбить с толку наших избирателей или скомпрометировать явно проходных кандидатов. Это касается многих политсил, в том числе и ту, которую представляю сегодня я как кандидат от политической партии «Наш край». Давайте об этом поговорим. Вы вот собираетесь баллотировать, баллотируетесь уже, собираетесь представлять нашу область вот в депутатском корпусе следующего созыва и баллотируетесь по Баштанскому району. Почему именно этот район и почему именно вот эта политическая сила?
Ну, сначала, наверное, почему данная политическая сила? Я долго для себя определялся с вообще в вопросе, нужно ли после двух созывов работы давать согласие на выдвижение. Тем более, что нынешнее законодательство исключает самовыдвижение в областные или районные советы, и каждый кандидат должен встать, мягко говоря, под конкретное политическое знамя, знамя политической партии. Вот в партии «Наш край» я увидел команду людей, которая не желает растрачивать свой потенциал на какие-то политические интриги. Вот в нашем списке объединились те люди, которые едины во мнении о том, что процессы децентрализации – это процессы незворотные, что нужно заниматься реформированием местного самоуправления. И мы знаем, что такое местное самоуправление, отработав в органах самоуправления длительное время. И самое главное – это обеспечение социального развития нашего региона. А самое главное, все-таки, наверное, желание обеспечить преемственность с того положительного, что наработано в Совете 6-го созыва, в следующем созыве. Потому что, исходя из потенциальных изменений в законодательстве, конституционной реформы, 7-я каденция может оказаться короче всех остальных. И времени для раскачки практически ни у кого не будет. Здесь по принципу избрался, взял на себя обязательства. С первого дня ты должен понимать, чем ты будешь заниматься, браться за дела и не заниматься политиканством, потому что на местном уровне вообще политики должны быть к минимуму сведены, все политические баталии. У нас четко просчитанная программа развития области, ее надо реализовать любым составом депутатов, которые будут избраны. Что же касается... Район Баштанский. Да, Баштанского района. Наверное, это был, ну, скорее не мой выбор, а я принял это предложение, так как с Баштанским районом меня связывают многолетние отношения в рамках проекта всеукраинского конкурса программ и проектов развития местного самоуправления, международного конкурса Евросоюза и программы развития ООН «Местный развиток, ориентированный на громаду», областного конкурса. Вот, понимаете, это был совершенно как бы интересный и новый такой пласт моей работы. Именно в Баштанском районе я вижу много примеров того, как может меняться жизнь в территориальной громаде, если люди перестают заниматься критиканством, а берутся сообща за какую-то проблему местного значения, объединяют ресурсы местного совета, свои собственные финансовые ресурсы и трудовые вклады и получают позитивный результат. Примеры можно привести? Ну, по Баштанке мы реализовали несколько проектов в формате областного конкурса. А вот в формате «Местный развиток, ориентированный на громаду», значит, среди таких объектов это капитальный ремонт здания ФАПа в селе Явкино, замена окон и дверей в школах сел Новопаловка, Марьевка, Привольная. Путем софинансирования нам удалось оживить социальные объекты в Новоингулкино, Ивановке. Значит, много проведено инновационных энергоэффективных мероприятий в детском саду села Доброе. В частности, я был недавно там на встрече, и приятно было увидеть, что клуб, который долгое время был заброшенным, мягко говоря, неухоженным, сегодня отремонтирован, и в нем сделана модернизация системы отопления с установкой твердотопливного котла, который был профинансирован, в частности, с средств областного бюджета. И я причастен именно к большинству тех проектов, которые подавались на международные какие-то площадки, на всеукраинский конкурс, и всячески следил за тем, чтобы обязательства со стороны государственного бюджета и областного бюджета по отношению к проектам-переможцам были реализованы своевременно и в полном объеме. По состоянию, вот, скажем, на октябрь нынешнего года, вот по области, скажем, в рамках проекта «Местный развиток, ориентированный на громаду»,
утверждено проектов на сумму более 6 миллионов 850 тысяч гривен. Из них более 4 миллионов 230 тысяч гривен представлены именно проектом Евросоюза и почти 1 275 000 бюджетами тех территорий, где будут реализованы проекты. Из 844 тысячи гривен это выделили, соответственно, бюджеты сельских советов, территориальных громад. И самое главное, более 500 000 денег – это деньги самих граждан и тех общин, которые хотят реализовать и добиться изменений в своих проектах. Олександр Миколаївич, дуже цікаво це все, адже, на жаль, наш час обмежений. Я сподіваюся, що ми з вами ще не раз зустрінемось у цій студії. А сьогодні я вам дякую за те, що ви знайшли час відповісти на наші запитання. Дуже дякую. А вам, шановні телеглядачі, нагадую, що в ефірі була програма «Точка зору депутата». На все добре.